И всем привет, с вами Спанч Бобби, Бобби Бубик, Спанч Боб. И мы продолжаем играть в игру Golden Strike, Global Offensive. Это вторая часть, второе видео, как раз. У меня есть только дигл. Чтобы я могу выжить, и я погиб. Одна смерть, один... Одна кровь. Зай. Так, ну... Извините. Всё, всё, всё. Уже. Пока что лом. Он не может выигрывать, мы идиоты. Да, он не может выигрывать. И вот такие команды. Не, я туда не пойду. Так, чуваки. Чуваки! Вообще просто капец. Капец. Вообще капец. Так, продолжаем. Я никого не убил, я не убил. А нет, меня кто-то один раз убивал, да-да. Оу. Тихо. Не, тихо. Боюсь, что сзади могут подойти. Не хочу умирать. Я не хочу. Мне капец. Как ты узнал? Читер! Да, вот я начинаю играть как просто узер. Узер. Всё. Пошёл, поехал. Капец. Я ж не умею играть в эту игру, вообще не умею. Все вообще, да, играют в эту игру по, понятно, наверное, по 100. Но серьезно, играть в эту же нельзя. Нужно сидеть поехать на посту, чтобы нормально играться, меня убили, так, короче... О боже! Надеюсь, там быстро кончится, я не знаю. Чё, облако? Утомительное искусство. Почему я тебя респал? Да, ну так, конечно, политично, так вообще тупо. Вообще тупо. Так, покупаем все то же самое снаряжение. Дико не знаю, чем нужно. Вот и этого. Ну, эта игра трудная, потому что по этому плане, что играют одни люди, которые играют в эту игру, наверное, по 1000. А я что, я поиграл с инчуди, если меня убивает карта человека по игре. Вот играть не я просто. Не просто рулит тут игра, а я. Кажется, я никому не помог, не я. Я вам как сдал. Дался один. Ну, никого нет. Ну да. Я кого-то убил. Хотя ты раз помер. Достал это уже. А я бы, кстати, с тобой гранату, она очень помогает.
Стреляй, человек. Что это значит? Верно. Он там слепый. Насиживает в компьютере, поет, наверное, по 100. Дебора. Какой-то Дебора, они будут с ним сражаться и, так сказать, стопать контакт. Думаю, что это может стоить моей жизни. Конечно, мог взять Дию, там, монетки и всякое такое, но он не слишком много XP снял. Наверняка он там еще стоит и поджидает кого-нибудь. Ой, это понятно, потом так. Силовой. Так, кстати, был враг. Я вижу его. Там есть враг. Че, там есть враг? Капец, как он это сделал! А я же не могу сыграть игру. Ага-ха. Играть это просто безумие. Реворк, Б. Чмо, бля, вы хашли. Че они там говорят? Своими матами. Угад. Какая, слушайте, выкиньте вы его, бля. Убейте его! Ну, остался один, и где он? А вот и он. Бегает с автоматом, тропейс. Глаза гипнотизирующие. Я сейчас усну. О, хорошо. Это задолго, это же 5, 6, 7, 8, 10, 10 часов. Вот когда же не встретишь? Сейчас я буду бить. Что это дело вообще? Бегать в пространстве какое-то. Всё. Сразу все смоет. Что, вообще бегать не знаю где? Его убили. Это супер конец. Блин, я не умею играть в эту игру. Новичок какой-то. Это не вообще играть как профи. Кто-то кинул эту гранату. Ничего не вижу теперь. Вообще ничего. Ау! Оу-оу-оу-оу. Тихо! Ну-ка сражайся. Не, мы тебя не по... Я не знаю, как я убил, потому что моя снайперская винтовка корявая. Не, что я знаю. Я... Надеюсь, меня выкинут из игры. А ты, блин! Я не знаю, как играть в это. Иди уже после миллиона тут доходит. Играть уже просто невыносимо. Я уже купила ВП от скуки. И скоро я догоню, что-то видел, потому что я устал от этого всего. Это, наверное, последнее видео на сегодня. Это блин! Это ужас! У всех уже нас с ВП. Чё, давайте, сразитесь, не ставим. Кадрой. Это бред. Я не хочу это играть. Всё, день испорчен. Всё, это ужас. Я потом буду сыграть лучше с вами, друзья. У кого из вас есть Counter Strike? Flashback.
хочу уже Честно, я хочу уже спать всего этого. Вот как? Вот, не знаю, почему они такие вообще ловкие, всякое такое, они гладные, я думаю, что я делаю. Они могут потренироваться, всех убивать, блин, это удивительно. Возьму эту пушку. Может, она мне чем-то поможет. Прыгает вроде нормально. Дача просто бред. Я, кажется, сейчас снова, по-моему, просто умер в этой игре. Нет, я не буду идти. Все. Ладно! Скоро будет твоя жизнь, и теперь я должен бегать. Выжить. Значит, жизнь вообще самое главное. Потому что я знаю. Не хочу, у меня сейчас главное не умереть просто. Я больше не хочу в это играть. Первая серия была намного лучше, чем этот бред. Ну как это надо играть? Просто грозно от этого. Да давайте быстрее заканчивать. Что вы там медлите? Где вы сейчас ходите? В раю вы что ли, блин? Задабывать на все, блин, что? Я не могу играть в это. Я не могу. Все. Нет, бакс. Все, я лузер. Все. Ты мне ничего не поделаешь. Я вообще, ну... В этой игре, его в этой игре. Капец. Минус он. Сейчас разрезает, короче, все. Нам... Капец. Ну, я летаю, не верю, что я там. И все. Не знаю, что мне делать. Куплю оружие, как. Мне часто пользовался предыдущей серии. Может, все-таки не мне выйдет поиграть. Вообще луточку. Что я должен сделать? Надо хоть поточнее будет. Это бред, все, я не хочу это играть, но я не могу. Как же тут играть, скажите мне, пожалуйста. Против кого я играю? Кого? Уже от скуки нечего делать, блин, потому что это ужас, это... Я не знаю, как это описать, когда я играю. Вот вы наверное, меня не понимаете, как это трудно мне. Вот сами сыграйте, вы узнаете это все. Потому что это, блин, бред. Все начали написать в комментариях, что я просто... Опять же, я повторяю, что я как бы не играю. Да, вы сами пробуйте это поиграть, блин. Вот как он так, вот кто вот в игру играет каждый день, я не знаю, как это надо делать. Да, скорее заканчивать этот уровень. Ну. Я проголосовал, да, если бы я мог это делать. Все. Если сейчас все разобью, то я закончу на этом видео. Я просто не могу.
ты эта игра не для меня. А что ты купил? А ладно, не важно. Купил так купил, все. Не, не важно. Это, блин, я уже не буду записывать, потому что я не могу играть это хардкор. Это хардкор, чем Майнкрафт. Майнкрафт такой уж поздно. Привет! Да твои! Это не дополните меня, пожалуйста, извините. Но я не могу это больше играть. Все, я не все. У меня нервы кончаются на это. Вода бывает на все 100. Не могу играть, они вообще тут игроки, они вообще. Играть за них вообще не хочется. Они только всегда и выигрывают. Мы проиграем сейчас, спорим? Я покупаю просто так, потому что... Я сейчас убил, спорим. Я сейчас быстро убил, да? Ну как тут играть? Вот как всегда меня сейчас кто-то... Не-н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 е! Давайте, ребята! Это ужас какой-то! Это ужас какой-то! Это же игры невозможно! Ну неужели? Нет, у него снайперка! Не-не-не, я валю отсюда! Я валю! У него снайперка, кажется, нет. Я не могу туда идти. О, там уже человек какой-то, все настроено. Тихо, ребят. Все, будьте начеку, могут сзади прийти, я хочу зайти. Блоком. Давайте, ребят. Сможем. За этим ящиком кто-то есть. Нет, больше нет. Я остался один, я проиграю, я это знаю. И лузер. Меня еще даже захотят выкинуть, потому что я не могу тут играть так. Вот как это сделать? Нет, я туда не хочу идти. Детектив. Я лучше его сейчас поставлю на какой-нибудь точке. Что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Он сразу сбежал. Оу, я! Оу, яс! Оу, яс! Оу, яс! Оу, яс! Оу, яс! Оу, А это что, был не решающий раунд разве? Я думаю, спас всю репутацию, но я, оказывается, ничего не сделал. Просто раунд выиграл и все. Нет, это не... Нет! Не-не-не, выходить вообще не собираюсь. Всего этого ужаса! Чё тут жизнь не регенерирует? Не знаю, меня скоро убьют, но я хоть кого-то убил вроде. Просто боюсь. Представьте за себе. Ну, да я не буду просто выходить, я не хочу быть чистым идиотом, который... Пошёл туда! Ну я конечно уби, всё, это я не хочу больше играть. Что, умер, всё, идите...
Идите в баню, как говорится. Я больше не хочу в это играть. Да, это будет еще видео по этой игре, потому что это хардкор просто полный. Лучше по Майнкрафту видео запишу. Это будет намного проще, чем играть в это. Вот. Вот кто меня убил, блин. Чтоб тебя сейчас убили в этом раунде. А тебя я не убил, потому что остался только один чел. Какой-то зариоз. Зариоз. Его убьют. Спорим? Так 500 человек против какого-то одного чела. Пару снайперов. У него вообще это... Целых трое. Это будет просто везение. Но он не может выиграть. Это будет... Вот все. Пробуем? Но пробуем. Всем спасибо, что меня смотрели. Это на последнее видео. Ставьте лайки. Ну, про это говоришь. Подписывайтесь на канал. Не говорите, что я... Пока. Я был спать.